Приехала тут пара китайских модулей для защиты свинцовых аккумов от переразряда. Ну, то есть модуль отключает аккум от нагрузки по заданному напряжению. Этот вот с микроконтроллером и индикатором, а этот... Ну, а этот, судя по всему, с компаратором. В общем, проверим, пригодны ли они вообще для чего-либо. Да, тут стоит LM358 операционник. Ну, и он, видимо, включен по схеме компаратора. Ну, видно, здесь еще стабилитрон. В общем, микруха тупо сравнивает два напряжения. Напряжение на стабилитроне с напряжением на входе управляет реле. Реле, кстати, здесь 10-амперное. Ну, для 12 вольт это ни о чем. Лучше MOSFET бы какой-нибудь поставили бы простенький. Вот второй модуль поинтереснее. Релюха тут стоит уже низковольтная на 20 ампер. Ну, хоть что-то. Виднеется DCC-преобразователь для питания схемы микроконтроллера. Да, микроконтроллер стоит здесь вот под индикатором. Ну, и есть две кнопочки для управления. Снизу ничего нет. Что здесь, что здесь. Подключил сейчас блок питания за место аккума. Ну и нагрузка отключена, он потребляет 37 мА. Зачем? Непонятно. Ну, модуль это скорее реле напряжения, а не защита от разряда. Как бы если оставить такую защиту подключенной, она сама разрядит аккум в ноль. Если добиться включения, то 100 мА потребляет. Ну это с учетом релюшки. Да, ну здесь можно настроить гистерезис. Ну что, попробуем еще сейчас эту подключить. Подключил я модуль. Так, включаем 10 вольт. Реле включилось. Ну, это настройка такая. Включенным реле потребляет 30 мА. Ну, уже лучше. Так, если накрутить на плюс. Да, не видно, при каком напряжении он срабатывает. Ни пороги, ничего. Ага, это был минимум, значит, в другую сторону. О, выключился. То есть там 10,1 вольт. Ну, кстати, потребление практически по нулям. То есть данный модуль явно лучше, чем вот этот. Нет, логика работы этого модуля строго да наоборот. То есть, когда отключена нагрузка, у него включено реле, и он потребляет электричество. А когда напряжение в норме, нагрузка включена, и реле выключается. В чем суть? Не понимаю я. Вот. Ну, а данный модуль все же скорее реле напряжения, но как защиту я ПО рассматривать не стал. Хотя данную функцию он выполнять может, но его нельзя оставлять без присмотра, так сказать. Что еще хорошего, можно настроить любое напряжение для любого аккума. Но чтобы зайти в настройки напряжения, нужно два раза тыкнуть на плюсик. Ну, в данном случае выставлено 6 вольт для 6-вольтового аккумулятора. Так, это что-то он переключился на гистерезис. То есть, когда мы в меню настройки, он мигает точкой. Соответственно, минимум это 6 вольт. На минус это настройки гистерезиса, то есть 0,2 вольта. Если просто надавить на плюс либо минус, он показывает установленную настройку, так сказать. Также здесь есть функция калибровки. Если долго удерживать плюсик, видимо, в нормальном режиме. В общем, если долго удерживать плюс, то можно выставить, точнее, нужно выставить напряжение, то, которое подается на вход. В данном случае 6,9 вольт, то есть 6,9 здесь и ставим. И также здесь есть настройка времени срабатывания. То есть можно установить интервал, через который будет... Не знаю, как это еще объяснить. В общем, это время в минутах, через которое будет происходить переключение, когда напряжение опустится ниже настроенного. То есть, соответственно, сейчас, если опустить до 6 вольт, вот, включится он сейчас только через минуту обратно. Не знаю, зачем это нужно, но такая функция здесь есть. Ну а что по итогу? Ну, хочешь сделать хорошо, сделай сам и на Arduino. Ну,
это не является защитой как таковой. Они не отключают нагрузку, они сами являются нагрузкой. Ну, как бы данный модуль можно смело браковать. Ну, а это реле напряжения. И если рассматривать его как реле напряжения, ну, вариант неплохой. Ну, как защиту, ну, сомнительно. Он должен сам себя отключать от питания, а это уже совсем другая логика работы. В общем, на этом все. Ссылки в описании, если кому-то надо. Данную штуку не рекомендую. В общем, спасибо за внимание. Пока.